Да, я в позиции, ребят, здорово. Забавно. Это, кстати, не я сделал только что в треке, что он стал тише, а потом громче. Это, видимо, блядь, на пластинке так записалось. Я хуй его знает, что это цифровой релиз. Здорово. Здорово, рад вас видеть. Ху, бля. Вернулся домой после прекрасной, прекраснейшей прогулки, блядь, охуительнейшей. И сразу Чак Сталин, 20 сабок. Здорово. Да все, с кайфом. 1900-я сабка для него. И этот, я вот что хочу сказать. Спасибо большое тебе, Чак Сталин. У меня почему-то не отображаются сабки, с одной стороны. Но с другой стороны, виджет не ломается. Так что это, наверное, даже средненько. Я заранее всех благодарю за подписки, просто я их не вижу. Но я безумно благодарен. Отличная паста про Fallout London. Я думаю, с него мы и начнем тогда. Вчера поиграли немножко Stellaris. Доросли до... Межгалактического совета. Давай, удачи. Доросли до Межгалактического совета, но... Арсений ливнул, поэтому мы решили не продолжать. Бля, как же охуенно играть в Stellaris на самом-то деле. Единственное, что я не понял... Может быть, вы мне объясните, кстати... Опытные стелларисята, блядь, мне нужна помощь, я хочу вам показать кое-что, и чтобы вы мне объяснили, потому что есть одна вещь, которую я не понял до сих пор, я быстро покажу, мне в общем очень понравилось, я ебать балдею. Там я лучше покажу вместо того, чтобы, рассказывать, потому что так будет удобнее. Без вас, да. Да, я думаю, мы сыграем одну стелларис полную партию как-нибудь, это займет, не знаю, стрим 7-8 часов, засядем и ебанем. Так что без партии вы не останетесь, а на регулярчик смотреть, ну я хуй знает. Дело такое. Ага. Ага, ага. А, типа, что оно может и дольше занять? Ну мы вчера играли 3 часа, или 4, типа того, и у нас там уже совет был какой-то. Мы там галактический рынок, блядь, принимали. Так, я очень надеюсь, что это вот этот вот сейф. Корсары как говорят, да я не планирую пока. Да, это оно. Я постараюсь вам сейчас подзахватить и задать вопрос, чтобы вы мне, кто шарит в Stellaris, объяснили, потому что я не нашел этому ответа самостоятельно. Вот, да. Смотрите, такой момент. Это, тут ребята становятся непокорные, да, отклонение от нормы. Девиантов 17%, стабильность падает, благов мало, нужно больше благов сделать, это типа не проблема, блага создать это не проблема, просто нужно найти того, кто это будет делать. Вопрос в другом, вот хуйня, которая позволяет вылуплять дронов-следопытов и приоритет ставит на них. Что значит стрелочка вниз красная? То, что я ставлю у них приоритет, их не становится больше. Для них места есть. Вот, крепость стоит, да? Которая дает им слоты. И тут тоже есть для них слоты. Два. Почему так? Приоритет пониженный. Повышенный. Повышенный приоритет. Вот приоритет, видишь, стоит. Я выставляю его сам. Ты ручками слоты убрал. Открой расширенное управление. Расширенное управление. А как открыть расширенное управление? Вот так? Расширенное управление, дроны-следопыты. Два, да? И сейчас их назначат. Ебать, а так можно? 43 поколения на корабле. Подожди, что я нажал, блядь? Дроны-следопыты. Вот сейчас 4 вообще стало. А как убрать расширенное снова, блядь? Вот сразу девиантность 0, нормально, благов нету. Но это порешало вопросы, слышишь, спасибо. А разве... А я могу так делать по КД, да? То есть я могу вообще вручную сам настраивать, кого я хочу. Могу убрать репликатора, вместо него воткнуть любого другого, который освободится. Так это ж то же самое, что было до этого, блядь. Надо было сразу сказать, что такая хуйня... Это ж, блядь, то же самое, что было, блядь, до этого. В тайликах, которые были. Бля, ребят, во-первых, большое спасибо, что рассказали мне про это. Во-вторых, я теперь только так играть буду. Я вообще не понимаю, нахуя тогда упрощенная нужна, если можно играть в старые добрые тайльчики, которые я обожаю. Я пытался, но меня никто не слушал. Но никто не слушал, блядь. Я теперь так буду играть. Ten o'clock postman, make... Спасибо, ребят, большое. Большое спасибо, что подсказали. Будьте здоровы.
Низкий человеческий поклон всем, кто подписался. Большое спасибо. Пошел. ББ. ББ. Все, конец стрима, да. Конец. Я получил ответ на интересующий меня вопрос. Мне на самом деле стало интересно, теперь без рофлов, типа, сейчас, когда пойдем играть в Fallout London, вряд ли автоматическое оружие ограничивается ППшками, блять. Потому что это слишком хуево. Патроны покупать — это удел долбоебов, потому что это безумно дорого, блять. Придется их крафтить всегда. И найти какой-то крупнокалиберный автомат. ППшка, которая у меня, тюнингуется на 303 калибр и наносит всего 19 дэмэджа. Это плохо, блять. Это плохо. Здорово, Семен. Да, пришел, а уже конец, да. Скорость загрузок пофиксил? Нет, блять, я вообще нахуй не заходил в него. Я вот с тех пор, как ты его видел в последний раз, я уже ничего не изменилось, короче. Стелька будет? Слушай, я не знаю, на самом деле, будет ли Stellaris, но если мы наиграемся в Fallout London, и потом я захочу соскочить, и вы мне напишите, блядь, ну может это Stellaris, то может и будет. Может и будет, типа. Я не могу вам ничего обещать. Как и со станкой тоже, да. Как и со станкой тоже не могу ничего обещать. Римка, а вот Римки не будет точно. Хз, в Римку я как-то поднаигрался. Мне кажется, играть с Рэнди весело, но не слишком долго, если ты неопытный римворлдщик, потому что ты должен учитывать некоторые моменты, которые могут произойти. Например, что у тебя прокнет два заражения серьезных, блядь, от Рэнди, у тебя типы начнут умирать, а у тебя нет медикаментов. И ты должен либо хорошо разбираться в игре, либо нажимать кнопку рестарт. Вот. Ну, может, тогда Stellaris? Ну, не сразу, после Fallout. Ну, я хочу Fallout. Заражение не от Рэнди, потому что раны сразу не обработаны. Нет, ну, блядь, а что, машинные, нахуй, нанитами мы заразились не от Рэнди, да? У меня два типа заразились, которые постоянно валялись, чтобы их хоть как-то поправить. Это не инфекция была, а она болезнь какая-то. У меня два поселенца просто взяли, нахуй, заболели и начали жрать медикаменты. В конечном итоге медикаменты закончились, блядь, и на заражение просто не хватило. Это, типа, не Рэнди. Это все взаимосвязано, нахуй. Это другое. Это все взаимосвязано между собой. У меня с Рэнди ни одного нападения почти за год. У меня люди рабов требуют. Надо выходить самому тогда в свет, надо брать. И вот когда ты выйдешь из поселения, как только ты ступишь, на полдня по дороге из него уйдешь, угадай, что произойдет, блядь. Налет. Банда чмырей, нахуй, будет написано. Хойка тоже поднадоела? Нет, Хойка не поднадоела, но в Хойке я бы играл только на ачивки сейчас, потому что мне в мультиплеер... Вот мультиплеер подзаебал. В PvP можно было бы поиграть, конечно, но у нас есть небольшая пропасть между некоторыми участниками. От этого, наверное, никак не избавиться, но, может, пару партий мультиплеерных я бы сыграл. Брать чаттерсов тоже можно на нее. Но нам нужны правила, потому что я помню, единственный нормальный опыт хоя мультиплеера, это когда мы написали строгие правила, что мажоры не имеют права перекатываться в другие идеологии, Ост-Берлин, Москва невозможен, японец всегда не любит Сталина, и вот это вот все, типа, знаешь, ну, было четкое, ну, блядь, в хойке невозможно все сбалансировать, но было более, относительно неплохо были правила прописаны для того, чтобы в конце была нормальная сбалансированная пизделка, в которой может победить любой. Вот. Пару партий, может быть, я бы сыграл. Обычно, как мы играем в хойку, когда мы стараемся друг другу помогать, там у нас еще уже, блядь, четверо человек на хойку, это уже не спортивно. Человек предложил интересную тему, взять прибалтов и попробовать отъебашить совок. Вот это интересно попробовать в хойке, действительно. А во всем остальном, там, ну, нет какой-то сложности, что ли. Стоит ли ждать ГОВ когда-нибудь? Когда-нибудь стоит, определенно. В Кристи не хочешь сыграть? Я вот Stellaris сейчас пытаюсь по-новому изучить. Ребят, изучил шпионаж, кстати, в Stellaris. Так, до сих пор не понял там особо крутых каких-то плюсов, кроме как ты можешь получить влияние на человека в Галактическом Совете, он голоснет за твое решение, потому что ты на него накопал что-то, как в Crusader Kings. Или спиздить технологию. Вот, все остальные решения, все остальные операции мне показались лютым калом, бесполезным. То есть вот две операции, которые есть смысл брать. Ну, актив найти еще. Актив для того, чтобы легче делать другие операции. Вот.
Для Хоки советую быть японцами против всех. Ну да, захватить вот весь мир можно еще. Вот реально, реально ачивка, захватить весь мир. По-моему, у какой-то страны даже она есть, кстати. Типа... Блять, у какой? У какой-то страны, по-моему, была ачивка и завладеть каждой коркой. У Бразилии, анчо. Да, о, это ж ты ее как раз и сделал, по-моему. Бля, ты же ее как раз, по-моему, и сделал недавно. Я у тебя ее и увидел в стиме. Да, было, вот. Bad ending, что-то там типа Everything is now Brazil, блять. Вот. Вот это прикольно. Прикольная ачивка. Это дрочь. Ну, не знаю, прикольно. В основном шпионаж для разведки нужен, чтобы нормально мониторить флоты, куда атаковать, смотреть снарягу кораблей. Это продвинутая техника, я про это даже не думал. Типа посмотреть, что у них, какой аутфит на кораблях стоит, чтобы законтрить их перед войной. Типа смотришь там, к чему он более предрасположен, чтобы нанести как можно больше ущерба и как меньше ущерба получить самостоятельно. Это гениально, нахуй, на самом деле. Это реально гениально. Ну, короче, типа довольно круто. Ладно, давайте потихоньку отправимся в Лондон. Был фурор на ютубе, ребятам тоже очень понравилось. Даже несмотря, что они, блядь, ночью воровали уголь. Были все в саже, блядь. И типа нихуя не видели большую часть экрана. Но в комментах все сказали: заебись. Нормально, удачно зашли. Так. Там еще фонарик такой смешной, бля, если вы смотрели запись на ютубе или проматывали, там фонарик светит вот нихуя, короче, просто воздух освещает, и ты все равно ничего не видишь, блядь. Так, ладно, спросите меня попозже про это, попробуем Лондон запускать. Заебись, папаша, чисто по голосу. Как появится желание, полистаем мастерскую модов для ринки, там дохуя всего, магия, машины, шпионский режим. Там даже есть мод, в котором ты летаешь на космическом корабле по разным штукам, прямо как в Star Sector. Ебать, Star Sector. По-моему, вот у меня только что въебался. Она, по-моему, запустилась и сразу... А, да, она выдала ачивку. Точнее, не ачивку, она выдала ошибку мода, который в Лондоне встроен на включение ачивок, что ты нихуя не получишь. 3.5 часа, кстати. Неплохо. А ты видел Stellaris VR? А нахуя он нужен, VR? Типа ты там переставляешь кубики. Квадратик, а почему я под водой, блядь? А где я, блядь? А что происходит? Я вижу, что это... Ой, блядь. Я так понял, Fallout обновился или что? Или... Подожди, может быть Fallout обновился? Мне кажется, произошло обновление Fallout, пока я не видел. Блять, вот эти вот, когда размывает текстуры, страшно выглядит. Надо пробовать поменять локацию. Ладно, попробуем сначала быстро... А ладно, попробуем поменять локацию. Где выход? Вон там подмечен выход. Вот здесь надо. Просто выйти попробовать. Выпустите. Не помогает. Слышь, а что происходит-то? Давай fast save загрузим. Сейчас я проверю версию Fallout. Может быть, тот решил обновить все. Да, судя по всему, так и произошло. Я на самом деле, знаете, что еще сделал? Я от этого застраховался, что удивительно. Я объясню сейчас. Я от этого застраховался, потому что я поставил файл, который отвечает за обновление Fallout в Steam, в режим только чтения. То есть, если бы тот... Даже сильно захотел, он бы не смог его обновить. Он бы не смог обновить Fallout. Но, блядь, он каким-то образом нахуй справился, блядь. Давайте подумаем еще раз. Мы должны прямо сейчас запустить Fallout London. Мы проверяем моды, которые являются устаревшими. Смотрим их статус. Сейчас я... Вы этого не видите, но я это проговариваю. Здорово. Ну, список модов я не могу сказать, что он прям охуенно крутой. Есть еще один вариант. У меня начинает жесткий диск говорить «ебать, пиздец». И именно поэтому, кстати... Ебать, я это, кстати, не проверял. Именно поэтому, может быть... Скорость интернета мне казалась низкой на запись на диск, потому что он буквально, блядь, погибал. Так, давай загрузим какой-нибудь другой сейф на этот раз.
Вам тоже надо картинку надо дать. Во что сегодня играем? Пытаемся в Лондон поиграть, но что-то вот видишь. Ну да, это явно, блядь, не совсем Лондон, да? Мужик какой-то висит, блядь. Что за хуйня? Котелок. Поспать вот можно лечь. Майами, ребят. Майами, нахуй. Блять, я даже затрудняюсь ответить, что это такое, нахуй. То есть, что я вижу? Это вот пип-бой мой. Как будто не работают какие-то моды, да? Согласитесь, как будто какие-то моды просто перестали отвечать. Типа, не видно ни текстур, ни хуя, да? Ну, просто вот это пип-бой, да? Вот я достал оружие, там, вот я пытаюсь стрелять с него, блядь. Может, FPS-мод? Да нет, он сейчас не работает. Самое... Есть какая-то возможность посмотреть current version of Fallout, да? Давайте выйдем в главное меню. Есть ли с помощью консоли проверить Fallout Current Version? Fallout Current Version Check. Если вы на ПК, идите в Fallout 4 XR, откликните, выберите пропись, детали и увидите номер, Product Version. Так, хорошо. Бля, гайз, судя по всему, реально произошел пиздец, и Fallout обновился. Я предполагаю пока. Я не знаю, как кто-то это сделал, потому что я максимально от этого застраховался. Так, еще раз смотрим. Если вы на ПК, находите Fallout 4 XS, свойства, хорошо, подробности. И там версия продукта, да? А почему я вот не вижу донаты? У меня донат Шиневерс походу упал, да? Бля, все сломалось нахуй. Я вот, а появляются виджеты, не появляются на экране, блядь. Так, 1.63.0, какая последняя версия Fallout'а? Fallout 4 Last Version. Проверим сначала одну. Fallout 4 патчи. 1.10.984. Нет, у меня нормально откатано вроде как. Откат произошел у меня. У меня 1.10.163.0. Такой версии вообще, кстати. А, вот ПК-онли патч, видимо, надо искать. А, да, это последняя. Нет, это не последняя. 1.10.163 это за декабрь 2014-го, блядь. За декабрь... 2019-го. За декабрь 2019-го. 1.10.163.0. А что случилось, нахуй? А почему так-то, блядь? А что случилось-то, блядь? Сноси мод перевода, у меня такое было. А как его снести, блядь? Так, а как его снести? Проверь в Стиме версию и отключать что-то на компе для Стима. Бессмысленно, для Гейба твой комп его сучка. Не-не, версия нормальная, я проверил. Версия стоит старая, так что... Сред векно. Сейчас будет ремонт происходить, блядь. А, музыку, похуй. Музыка для ремонта. Так, у меня было это из-за русификатора. Теперь давай попробуем. Fallout London. Русификатор. Я найду свой. И попробую его удалить нахуй. Но каким образом это сделать? Просто переустановите London. Написано. Так, окей, я могу это сделать. Слава богу, я не сносил его. Делаю, ребята. Переустанавливаем. Есть апдейт или плей?
Блять, плей. Ну я опять сейчас в Майами пока появлюсь, да? Люби меня, люби. Жарким огнем. Найс, донат не озвучился. Донаты сломаны. Донаты поломаны. Не исчезай. Тысячи извинений, я управляю сервисом. Сейчас я должен закрепить. Хватит, блять, Волтеров Вайта вставить. Не могу закрепить сообщение. Ты не одна, ты не одна. Скоро весна. Ага. Я уже совсем старенький. Проверяем Майами, ребят. Охуеть. О. Знаю теперь. Здорово, Вердисад. Да, Майами на месте. Жарким огнем. Ночью и днем. Сердце сжигая. Так, теперь мы пытаемся Fallout London наебашить. Current game language is not supported, блять. Please switch language to English. Ёбаные англосаксы, блять. Шо строили, блять. Хуй просто что. Так, сейчас надо найти. Да, задачка, конечно. Подстава пришла там, где ждешь меньше всего. А вот, персини. Выбрать, наверное, надо. А где, в каком, как назывался документ инишный, где мы меняли руна English и English на ру? Он где-то в корневой папке, наверное. Fallout 4 Default Ini, может? Да. Йен, блять. Люби. Готово. Ночью и днем. Так это что, русификации теперь не будет, блять? Она же, блять, нормально работала. Не улетай. Не исчезай. О, можно. Инстал, похуй. Погнали. Все просто. Он просто апдейт, это значит просто нахуй удалить и установить все заново. Долбит нормально. Уже 15% прошло. Бля, страшно представить, что теперь придется все это переводить нахуй самостоятельно, а не читать перевод спокойненько. Блять, в Британии подходит мужик с ножом и режет другого мужика. Ужасно. Бэкапни свои сейвы, плиз. Они у меня не на компе находятся, так что там бэкапить нечего. Ну, я так понимаю, потому что я же могу, блять, загрузить свой старый сейв, где я проходил Fallout 4, хуй знает в каком году. Поэтому вряд ли они у меня на компе все это время лежали, правда ведь? Дедлок пробовал сыграть? Меня все спрашивали, нет, еще не пробовал. Я сначала читал, какая дедлок хуйня, потом я читал, какой дедлок охуенный, блядь. У меня смешанные ощущения, хотя я даже игры не видел еще толком. Мы сделали мультиплеер в аномалии благодаря идее, которую ты предложил в видосе про Rave Hop. Я, блядь, рад за очень сильно, я не знаю, за что я говорил. Я даже не знаю, что я говорил. И перевода больше не будет. Если сейчас игра починится, то, скорее всего, ломал именно перевод. Когда станочка 13-14 планируется? Да, блин, наверное, недельки. Star Wars играл. Звездные войны — это огрызок от вселенной Вархаммера. В сравнении. Поэтому я интересуюсь только правильной вселенной. И не трачу свое время, блять, на хуйню. И вам советую. Девяносто семь, восемь. Ох, ебать, сто.
97, 98, 100%. Пробуем, ребята, что я могу сказать? Пробуем. Смотрим. Юзи сегодня рефайнул Star Wars. Но это показатель, как по мне. Это показатель. A few moments later. Вам, ребята, огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо, что посмотрели. Низкий поклон всем, кто поддержал, несмотря на то, что донейшены были сломаны. Легану отдельное спасибо большое. И отправляю вас смотреть Elden Ring Клизи. Пока, 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 пока. Спасибо еще раз.